Университетская стартап-студия – это объединение Казанского федерального университета, публичного акционерного общества КАМАЗ и инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Данный тандем оказывает содействие в реализации инновационных проектов и стартапов в сфере инженерии и технологий. Так, для студентов предусмотрены лекции, семинары, мастер-классы, которые помогают ребятам погрузиться в тему бизнеса, предпринимательства и маркетинга. Сеть университетских стартап-студий была организована в нашей стране в 2022 году и стала одним из инструментов федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Вся экосистема университета и платформа университетского технологического предпринимательства направлена как раз на вот этот заключающий аккорд, заключательный этап, когда дети выигрывают конкурс, получают деньги на развитие своего бизнеса, создают стартап. То есть стартап – это уже выход в реальный бизнес, тестирование бизнес-модели, тестирование своих наработках идей в области той или иной технологии или решения какого-то. В рейтинге университетских стартап-студий за первое полугодие 2024 года, опубликованном Фондом инфраструктурных и образовательных программ, она занимает первое место. Как отмечает Дмитрий Пашин, нет ничего удивительного в том, что университетская стартап-студия признана лучшей в стране. В Казанском федеральном университете почти 6 лет активно занимаются развитием студенческого технологического предпринимательства. Также проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского университета отметил, что работа по созданию экосистемы и культуры технологического предпринимательства в КФУ началась в 2018 году. Именно тогда в образовательной программе вуза был введен курс «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство». Казанский федеральный университет оказался наиболее подготовлен среди других университетов страны. И это не случайно, потому что движение в направлении студенческого технологического предпринимательства мы начали практически 6 лет назад. И мы никогда не сворачивали с этого пути, добавляя все новые мероприятия, направленные на совершенствование этой деятельности, но это как бы законный и логичный результат. За 2024 год студенты университетской стартап-студии выиграли 111 грантов на реализацию своих проектов. Однако это не финальная цифра. Всего было отобрано порядка 134 проектов, которые в следующую волну также примут участие в конкурсе и поборются за грант в размере 1 миллиона рублей. Важно отметить, что участниками университетской стартап-студии являются студенты не только из Казанского федерального университета, но и из других вузов Казани и Республики Татарстан. Это уже пятая волна, то фактически это самое большое количество выигрышей за всю историю вот этого конкурса. И если брать сегодняшнее состояние, то это фактически мы в два раза увеличили количество выигранных стартапов по отношению ко всем предыдущим потокам. Университетская стартап-студия, она работает на всю республику. И если брать процентное соотношение, то примерно 30%, ну чуть больше 30% это только проекты, которые реализовываются студентами нашего университета. Все остальное, у нас есть проекты из Энергоинститута, и из КАИ, и из КХТИ. То есть мы открыты, и в принципе сам проект был направлен на такую междисциплинарность, межуниверситетское взаимодействие. Отметим, что в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в Казанском федеральном университете ежегодно проходят тренинги по развитию предпринимательских компетенций и реализуется акселерационная программа, в которой активное участие принимают специалисты университетской стартап-студии. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.